Thank you.
Давайте, может быть, как вам будет удобно, там, с вами созвонимся на неделю, как я уже приеду на неделю. Просто сейчас, если я начну эту замену билетов, опять получится непонятно о чем. А вы приедете, не знаю, потом после, ну, запланированного у вас поездка перевод в марте, да? Может быть, мы с вами в это время встретимся? Давайте я вам подготовлю горяченькие жареные печенки. Что там будет? Хорошо, ничего. Картошка, тоже ляшики. Испеченные, жареные. Если у меня получится, я постараюсь. Все картошечка и решила. Это может поменять количество какого-то цветового травма, что-то нравится. А вы вечером, да? К вечеру поедете? Один раз. Что-то поменяется. Мы с ней договорились, что я позвоню ей в воскресенье. Ну, я не вижу смысла, Наташа, мне менять билет. Может быть, у нее
что-то поменяется для нас, да? Я
едем уже по городу Пермь. Пригороды, окраина города. Минут через 10 должна быть по вокзале. Примерно 17:30 московское время. 2 часа разница. Наверное, объездная в Перми была. Пошли этажные дома, многоэтажные. Не вижу вокзала.
многоэтажка, наверное, не заселена, нету света. Придомовая территория освещена, там не заселен, видите. Идут отделочные работы, возможно. Так, вот что-то оживленное опять. Ага, внизу вот магистрали вижу. Заправочные станции. Какая-то площадка, площадь с ледяными скульптурами. Очень симпатично смотрится. Сине-серебристая. Что это за площадь, не знаю. Городские автобусы. Что-то я смотрю, полупустые они. Дороги украшены иллюминацией. Вот, по-моему, скоро будет вокзал уже. Грузовой терминал, почтовые вагоны. И что? Пригородные кассы, Пермь 2, время 17:37, 22 февраля, температура минус 11, 17:37, 22:02, минус 11, давление 747, ну вот он. По сути, вокзал. Так, на этом съемку заканчиваю. Съемка будет возобновлена в светлое время. Но это уже ближе к Москве. Так, все, до следующих серий.